Если вы заглянете в свой ум, в личность, которой вы себя считаете, то увидите, что ваша так называемая личность по сути представляет собой разные степени запора. Это мне не нравится, этого я не выношу, я не могу делать то, не могу делать это, мне нравится только так, иначе не могу. Это разные степени запора. Чем вызван этот запор? Запор в физиологическом смысле означает затруднение движения в кишечнике. А здесь это запор ума и осознанности. Они зажаты. Нет свободного течения жизни. Жизнь ограничена, потому что вы способны ощущать ее лишь посредством инструментов вашего тела и ума. Если ваше тело или ум каким-то образом ограничены, то ваша способность ощущать жизнь сужается. Это проявляется по-разному. Вы удивитесь, ведь многие из вас думают, что вы переросли эти вещи. Но когда вам было 10 лет, ваш дядя, сказал про вас что-то. Он назвал вас идиотом. Вам уже 50. 40 лет назад он назвал вас идиотом, и вы все никак не успокоитесь. Вы видите его. Он назвал меня идиотом. Так это и продолжается. Чем более конкретна ваша личность, тем больше царапин и ран вы несете. И это не телесные раны, которые можно вылечить, потому что это раны, нанесенные самому себе. Их хранят как свидетельство жизненного опыта, и поэтому они не заживают. И поэтому происходит все это. Этот человек мне нравится, этот не нравится, этого я люблю, этого ненавижу, этого терпеть не могу. Следующие 24 часа сделайте вот что. Все эти дяди, друзья, враги и так далее, не нужно говорить им «я тебя люблю». Это не обязательно. Но внутри себя вы должны прийти к абсолютному чувству принятия всего. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, кто-то наступил вам на ногу, кто-то сел вам на голову. Простой рецепт. Только на 24 часа. Придите к абсолютному принятию всего. Своего ума, эмоций, тела, социальных явлений, любой ерунды. Просто примите все как есть. Вам не нужно ничего ни с кем делать, только внутри себя. Если вы поступите таким образом, жизнь будет происходить гораздо масштабнее.